Ребят, проходите ближе сюда. Доброе утро. Меня зовут Александр. Я буду гидом на территории. Я вкратце вам расскажу, покажу, как, что где находится. Ну и в общем помогу потратить ваши деньги. Сейчас пару минут уделим производству сигар, как они крутятся, чем отличаются. Расскажу про хранение и про курение. Кто захочет, можно будет продегустировать. Наша фабрика называется Don Lucas. Основана она была в 1992 году. Все начиналось с пары столов. Сейчас все основная фабрика и выращивание табака находится в центре страны. Город называется Сантьяго де Кабальерос. Разница между нашим демонстрационным залом и основной фабрикой в количестве столов. Там их намного больше. То есть хорошая классическая сигара, качественная, крутится всегда вручную. Первый мастер начинает, второй ее заканчивает. Несколько сортов табака скручиваются вот такую штучку интересную. Табак интересно кому-то пощупать? Вернете потом на столик, хорошо? Вот. Середина сигары называется у нас трипа. Дает она в 60% вкуса и аромата. Также крепость формируется в середине сигары. То есть такая вот у нас первоначальная стадия сигары. После этого идет она вот такую пресс-форму. Пресс-форма помещается в ручной пресс. Здесь есть, вот за дела, там еще есть. Выдерживается она там 12-15 часов. Первоначальная, вторая стадия. То есть весь лишний воздух вышел. После этого она идет в руки ко второму мастеру. Второй мастер одевает ее в паковой лист. Капа называется. Капа дает нам остальные 40% вкуса и аромата. Это совершенно другой табака. Он выращивается уже намного труднее. Вот. По покровному листу мы определяем крепость сигары. То есть если будет светлая, это у нас легкая. Если чуть темнее, будет средняя, и темная, ну, вот такая вот. Это будет крепкая по вкусу и аромата сигары. Но она еще не готова курить. После этого она идет в комнату, хьюмидор называется, обитая накедром. Они там выдерживаются минимум 65 дней. Температура там всегда 20-25 градусов, влажность 70-75%. То есть, если взять по хронологии, на изготовление одной сигары уходит у нас почти 3 месяца, ну минимум. Выдержка, опять же, сигар разная, может быть и 5, и 6, и 10 лет. Так же, как и выдержка табаком. Разница между сигарой и сигарилой. Есть у кого-то предположение? Маленькая, размер еще. Крепость. Еще есть предположение? Разница между сигарой и сигарилой. Сигара всегда делается из цельных листов табака. По вкусу она будет классическая. Размер нам дает только время курения. То есть вот такая рассчитана где-то минут на 40. Возьмем тоненькую маленькую, будет там 10-15 минут. Толщина дает нам насыщенность. То есть чем толще, тем она будет понасыщеннее. Если возьмем такую длинную, там будем курить ее месяц. Возьмем маленькую коротенькую, 5-10 минут. Сигарилы же делаются вот из этих вот обрезочек. То есть это тот же качественный табак, просто он не вошел в основную часть сигары. Его перемалывают, и потом уже идет наполнение сигарил. Есть классические и также с ароматами различными. Ром, вишенка, ванилька. Так. По кручению сигар, по производству есть вопросы? Все понятно? Сколько сигарил в день производится? Сигар. Да, сигар, простите. Ну, где-то 250-500 штук. Но опять же, все зависит от размера, от типа и от количества сортов используемых табака. То есть каждый стол отвечает за свой тип, размер сигары и форму сигары. Спасибо. Ну, на фабрике этот показатель немножко повыше. Здесь у нас туристов побольше будет. Так, по производству, по кручению у нас все понятно.
Хорошо. Следующий этап у нас курение сигар. Курил кто-то сигары? Да. Есть опыт? Да. Хорошо. Самое главное условие, помним? Не затягиваться. Не затягивать, да? Совершенно верно. Мы курим, сигару не пускает им в легкие. По курению. Сигара у нас вот так вот выглядит, да? Одна сторона обрезанная, с другой стороны у нас шапочка. Замочек. Замочек нам предназначен для того, чтобы сигара не выветрилась. То есть не теряла вкус и аромат. Со стороны замочка мы обрезаем буквально чуть-чуть, совершенно пару миллиметров. Обрезанную сторону вставляем в рот. Раскуриваем мелкими затяжками так, чтобы вся монетка была равномерно разожженная. Раскурили, дали сигаре остыть. То есть это не сигарета, если мы начнем курить очень часто, она перегреется, значит будет невкусной, начнет горчить. В общем-то, курить ее будет не сильно приятно. После, да, то есть раскурили, дали сигаре остыть, делаем глубокую затяжку, набираем полный рот дыма. То есть 2-3 секунды держим дым во рту, через нашу слизистую мы понимаем вкус, ощущаем, да, вкус и аромат сигары, и никотин впитывается через нашу слизистую. То есть подержали, можно пополоскать, 2-3 секунды выпустили. А по курению еще такой момент, ну то есть... Почему-то говорю, иногда гости там, да, спрашивают, что я сразу получу. То есть не надо ожидать, что вы сразу там с первых затяжек она вам сразу там или понравится, или не понравится, кто первый пробует первый раз. То есть сам аромат и вкус сигары ощущается вот ближе к середине. А почему, ну допустим, возьмем крепкий алкоголь, правильно? То есть первый раз вообще мы алкоголь в жизни попробовали. У нас какие ощущения? Либо не понравилось, либо не понял, либо не помню вообще. Так и здесь. То есть к курению сигары опять же надо прийти. Сигары у нас продукт единоразовый. Если вы решили покурить сигару, то есть, допустим, час времени вы уделяете просто курению сигары. Почему? А, то есть, назовем это так, срок годности сигары где-то часа полтора-два. То есть, я сам когда-то думал, когда можно покурить. Взял такую сигару, купил, покурил один раз, через месяц достал еще раз, через полгода еще раз. Нет. То есть, после там, в течение двух часов, все эфирные масла, смолы застывают. Она получается уже невкусная, то есть вы ее курите уже не такую, как первоначально раскурили. По хранению сигар. Допустим, вы купили коробку сигар. Что-то покурили, что-то подарили, что-то осталось. Обматываем это все пищевой пленкой, то есть чтобы сигары не принимали чужие запахи. И ставим в овощное отделение холодильника. Ну, опять же, у кого смотрят, какие климатические зоны, можно мокрым полотенцем и в ванную комнату, если там не жарко. То есть нужна более-менее постоянная температура и влажность. Если вы сейчас купите коробку сигар, там за время отдыха, да, там 7-10 дней, с ними ничего практически не случится. Если месяц-два постоит, она пересохнет, это уже будет не та сигара, когда вы ее первоначально приобрели. Так, у меня все. Теперь вопросы есть еще у кого-то? По курению, по хранению. Все понятно?